И снова здравствуйте, вы на канале «Час ремонта». Сегодня у нас на обзоре бензопила Carver Hobby HSG-152-18. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору, а теперь начнем. Бензиновая пила Carver Hobby HSG-152-18 предназначена для бытового использования. Пила оптимальна для применения на дачных участках, инструмент оптимален для валки леса, а также применяется при распиливании древесины. При производстве корпуса используется высокопрочный пластик, который устойчив к неблагоприятному внешнему воздействию и износу. За счет этого модель надолго сохраняет потребительские качества. Топливный бак пилы имеет емкость 550 мл, масляный 260 мл. Рекомендуется заливать бензин АИ-92 и двухтактное моторное масло. Для комфортной работы и снижения нагрузки на пользователя есть система защиты от вибрации. Двигатель не подвержен перегреву при длительном включении, что возможно за счет воздушного охлаждения. Прорезиненная рукоятка исключает риск выскальзывания в процессе использования. Благодаря малому весу при длительной работе не возникает чувства усталости. В комплекте, кроме самой бензопилы, вы получите пильную шину на 18 дюймов с чехлом, цепь, емкость для смеси, набор инструментов, зубчатый упор и документацию. Упаковка – картон. Пила с двигателем объемом 52 см и мощностью 1900 Вт имеет инструментальный механизм натяжения цепи. Ее можно подтянуть путем регулировки длины шины. Уровень звукового давления в процессе эксплуатации не превышает 110 дБ. Распилка древесины осуществляется с помощью цепи на 72 звена, ширина паза – 1,5 мм. Длина шины составляет 45 см. Пила проста в работе и обслуживании, легкий запуск в любых климатических условиях обеспечивает топливная помпа. Имеет автоматический тормоз, который останавливает вращение цепи в случае отдачи. Это обеспечивает безопасные условия эксплуатации. Инструмент рассчитан на длительный период эксплуатации. Система защиты от вибрации. Регулируемая система смазки цепи. Легкий доступ к фильтрующему элементу. Система Quick Start для облегчения запуска. Надежный двухтактный двигатель с воздушным охлаждением. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Колпачок на свечку хлипкий. Цепь и полотно сразу менять. Капризно к маслу. Подкачка бензина вылетает. Направляющий упор болтается. Но есть и позитивные отзывы. Мощный двигатель. Длинная шина. Легкая. Пилит отлично. Заводится без проблем. Возможно, вы станете владельцем этой модели бензопилы. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!